Аузу биллахи минаш шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и приносим свои соболезнования с гибелью дочери посланника Аллаха Фатимы Захры, саламуллах алейха. В связи с этими событиями мы недавно начали передачи, посвященные этим траурным дням, и для этой темы мы пригласили вновь в нашу студию уважаемого хаджата Ислама Валь-Муслимин Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемый Шейх Гурбан, на последней передаче вы начали обсуждать именно приказ пророка, который был для некоторых мусульман, чтобы они покинули город Медину, но они не хотели выполнять этого приказа, нашли причины, повод, но вследствие того, что пророк настаивал, они все-таки покинули Медину, но не дошли до цели, для которой приказывал пророк, а недалеко от Медины сказали, мы дальше не пойдем. И как бы мы знаем, что для них придумывается оправдание. Вот, хотелось бы с этого момента продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ3. Мы говорили о борьбе его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть тема нашей последнего нашего разговора была борьба его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, против внутренних врагов, против лицемеров, которые были намного опаснее внешних врагов. И если его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к последним годам своей жизни, именно к завоеванию Мекки, одолел внешних врагов, многобожников, и полностью искоренил многобожие на Аравийском полуострове, то внутренние враги, они были теми, о которых беспокоился. Это были те самые люди, о которых беспокоился его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь, конечно же, смута. Здесь имеет смысл говорить о смуте, где есть враги, которые играют роль настоящих врагов, хоть и скрытых, хоть и скрывают. Они в лицо говорят одно, как сказано в Священном Коране, а за спиной, когда встречаются со своими дьяволами, со своими шайтанами, говорят совершенно другое. Мы говорят, мы издеваемся над ними, это издевательство над ними. И поистине мы с вами. Да, что мы с вами на самом деле. Есть это одна группа людей, это враги осознанные, это враги, которые понимают и соображают, что делают. А есть другие враги, есть враги, которые по тем или иным причинам следуют за этими людьми, обманываются на речи этих людей, могут не понимать, возможно. Или сами себя обманывают. Но они-то сами себя в любом случае обманывают, понимают этого или не понимают. То есть речь идет о том, понимают они этого или нет. Понимают ли они, что хотят потушить свет Бога, что делают все, чтобы потушить свет Бога. Понимают ли они, что враждуют с исламом, враждуют с Богом, враждуют с его посланником, со светом Бога. Понимают или не понимают. Здесь в окружении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вне всякого сомнения, мы обнаруживаем и тех, и других. Тех людей, которые осознанно враждуют против Бога, те, которые неосознанно враждуют, просто обманулись по тем или иным причинам. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что я уже не боюсь. Это достоверное предание, принятое всеми. Его светлость говорил, что я не боюсь, что после того, как я уйду из этого мира, вы вернетесь во времена невежества, что вы станете многобожниками. Начнете опять поклоняться Аллату или Аль-Узе. Им будете поклоняться, и истуканам будете поклоняться. Нет, его светлость говорил, я за это не боюсь. У меня нет опасения за это. А за что я боюсь? За то, что вы будете обмануты этим миром. Я боюсь, что вы будете подвергнуты малому ширку. Когда его спросили, что есть малый ширк, он сказал, это рия, это любовь к мирскому. И это как раз те вещи, самолюбие, высокомерие, любовь к мирскому, это есть как раз те вещи, которые делают верующего, даже человек, если обладает верой, делают его уязвимым перед смутой. Делают его инструментом дьявола, инструментом шайтана, инструментом лжи в этих самых
И это мы увидели исторически, обратите внимание, Тальха и Зубейр – это величайшие исторические личности, то есть с положительной точки зрения. Они входят в число первых 50 мусульман. А первые 50 мусульман – это были очень достойные люди, это были невероятные по своим духовным и моральным качествам люди, очень стойкие. Эти 50 человек есть те самые люди, благодаря которым его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пережил самые тяжелые времена. Самые тяжелые времена – это когда мусульмане были в меньшинстве, в преобладающем меньшинстве. То есть их было по пальцам пересчитать, и при этом они были полностью окружены целым аравийским полуостровом, который любой столпы ислама они были, эти 50 человек. Да, эти 50 человек были основой, фундаментом становления и развития ислама. И Тальха и Зубейр были среди них. Это были выдающиеся люди. Но они стали на путь, скользкий путь. Они стали орудием в руках дьявола. Они стали орудием дьявола. Почему? Потому что они изначально враждовали с исламом. Нисколько, даже не стоит в этом сомневаться. Они были преданы пророку, они были преданы исламу, но они через свою любовь к мирскому, там, это тоже происходило не сразу, это тоже происходило постепенно. Шаг за шагом, они настолько ушли и примкнули к числу тех людей, которые привязаны, крайне привязаны к этому миру, что в один момент они просто ослепли. Ослепли настолько, что уже не видели истины и не знали, где истина, где ложь. Их покрыла тьма. В Священном Коране многократно об этом говорится. Их покрыла тьма. «Ау кезульмятин фи бахрин люджиин» «Подобно тьме», то есть деяния «а'малюхум», «а'малюль кафирин», то есть деяния неверных, подобно морской пучине. Морской пучине – это, то есть, на дне моря, где нет никакого света, туда не проникает свет. И над этой пучиной есть волна, и над волной другая волна, над волной еще облако, сказано в Священном Коране. Именно таковы деяния этих дьяволов. Они так и поступили, они перекрыли доступ к свету этим людям. То есть здесь есть две группы, есть осознанные враги, есть неосознанные враги. И мы не говорим, что проблема была в обоих группах. Проблема была в обоих группах, потому что если бы искренние мусульмане на тот момент сохранили бы свою проницательность, сохранили бы видение истины и следовали бы за этой истиной до конца, то, конечно же, дьявол и эти лицемеры ничего не смогли бы сделать на самом деле. То есть ход истории совсем был бы другим. Конечно. То есть виноваты обе группы. И мы говорили о том, что его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, именно с этими лицемерами последние годы своей жизни потратил на борьбу, последние дни в частности, в особенности последние дни, потратил на борьбу с этими лицемерами. И здесь мы видим попытку отправить всех этих людей за Медину, отправить куда-то подальше от Медины, чтобы они не мешали становлению правительства, если хотите, становлению руководства, которое должно было быть, божественного руководства, которое должно было быть после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но мы здесь видим упорство. Они упорствуют, они не хотят отправляться. Мы видели, что в этой истории, когда его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, все-таки настаивал на руководстве Усама ибн Зейда, юноши, молодого юноши, против которого они, находя в этом повод, протестовали, они говорили, что среди нас есть старцы, Абу Бакр, который был уже не молод, мягко говоря, который позже стал первым халифом, он был под руководством, в подчинении Усама ибн Зейда, 20-летнего, и его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, очень многое дал понять последующим поколениям мусульман, дав подчинение 20-летнего. И это непростой выбор, не просто так его светлость выбрал 20-летнего. Он специально выбрал молодого, неопытного человека, чтобы дать понять, что все эти люди для руководства менее достойны, чем этот 20-летний человек.
Почему? Потому что у него есть хотя бы искренность. У него есть соответствующее воспитание, соответствующее проницательность и внимание. А у этих людей это отсутствует. И поэтому эти люди, которые там находились, это первый халиф, второй халиф и остальные выдающиеся и авторитетные курайшиты, выдающиеся они, конечно, с точки зрения их самих, то есть они считали себя значимыми, авторитетными, и знатью считали, элитой курайшитов считали. И его святость посланник Аллаха дал урок всем последующим поколениям мусульман. Но то, что мы не извлекаем из этого никакого урока, из яснейшего разъяснения не извлекаем для себя урока, что его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, последние дни своей жизни поручил этих людей. Этих людей поручил 20-летним юноше, то как они потом могли быть руководителем целого исламского государства, если они недостойны были даже руководить этим походом, этим войском? У меня такой вопрос, как вы думаете, больше причина, они знали, что они делают, или просто причина была в том, что они хотели слишком мирское, то есть именно стремление к мирскому было, и что их ослепило, или все-таки они понимают, что они враждуют сложность исламом? Здесь нельзя сказать, что все были одинаковы, здесь все были разные, разные были люди. То есть каждая своя цель была и причина. Я, например, не могу найти ясного, четкого доказательства того, что, ну, по крайней мере, мне сейчас не приходит в голову доказательства того, что все они были такими. Этого точно нету. Но все-таки, например... То есть все причины разные были, вы это имеете в виду? Да, ну, например, есть ясное и двусмысленное доказательство, что второй халиф, который был в этом же войске, он был из числа других. Из числа тех, кто делал это осознанно. Есть доказательства, доводы и так далее. На это есть указания. Но про других здесь нельзя так однозначно утверждать. То есть каждый требует отдельного... Да, каждый требует отдельного рассмотрения. Шейх Гурбан, мы примем небольшую паузу, после чего продолжим. Шалла. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим обсуждать данную тему. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на большую паузу, до которой обсуждали тему о том, что какие были внутренние враги ислама. Шейх Гурбан, мы затронули тему внутренних врагов ислама, чтобы более подробно разъяснить личности, которые были связаны в истории с именно гибелью Фатимы Захры, саламу алейха, как я понимаю. Да, ну мы, наша цель разъяснить, да, роль ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха. Мы здесь видим, что по настоянию ее светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они все-таки ушли за пределы Медины, вышли и разбили лагерь. Дальше не стали уходить и напрочь отказались уходить. И в истории говорится, что Зейд ибн, Усама ибн Зейд пришел к посланнику Аллаха, обратно вернулся в Медину и жаловался, что они не уходят. Здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял всякую надежду на то, что они все-таки уйдут подальше, уйдут на этот поход, отдаляться от Медины, и приказал привести их сюда, к нему, привести их к нему. Когда они пришли, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал еще один шаг
для того, чтобы достичь своей цели. Он сказал: принесите мне принадлежность для письма, чтобы я оставил для вас завещание. Что-то, что не позволит, не даст вам никогда уйти, никогда, да, завещание, чтобы никогда вы не заблудились после меня. Это невероятнейшая ценность. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хочет письменно запечатлеть то, что, то, благодаря чему мусульмане после него, придерживаясь чего, мусульмане никогда не заблудятся. Ну, куда еще ценнее можно найти завещание? Куда еще лучше можно найти нечто письменное? Эти люди, понимая, что хочет сделать его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, а что он хотел сделать? Он хотел сделать то, что сделал до этого, просто запечатлеть письменно то, что сделал дальше, а именно оставить наместника, оставить преемника, передать письменно преемничество, то есть запечатлеть письменно, чтобы был письменный документ, который был записан в присутствии всех этих людей, которые не могли это отрицать, и которым позже этот наместник и преемник мог бы пользоваться и достичь таким образом того результата, которого хотел его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они это понимали, прекрасно видели, именно поэтому сказали, что Ахаджара, сказано в Сахи Бухари, достоверной книге, Ахаджара, он бредит, или в других источниках сказано «Инна раджуля ля яхджур», что этот человек бредит, или в другом хадисе из Сахи Бухари сказано «Галабахуль ваджи», что его одолела болезнь. Все это разные выражения одного и того же смысла. То есть человек не понимает того, что он делает. Да, он не понимает. То есть они говорили, утверждали о том, что его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, находится в болезни, ну а болезнь его одолела, то есть ему тяжело, там температура и так далее, там подобное, что он не знает, что говорит. Вы ему сейчас принесете принадлежность для письма, а он напишет непонятно что. Что напишет то, что не имеет никакой ценности, потому что он бредит на удубилла. И такое говорить о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И там были верующие люди, в том числе и жены его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, самая яркая из которых проявила себя в этом событии, Умму Саляма, которая стала кричать на этого человека, это был второй халиф, утверждал такое, кричать на него, что как вы смеете так разговаривать с посланником Аллаха. И здесь, конечно же, развязался спор, потому что люди протестовали, как можно такое утверждать о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И эта вражда, конечно же, допустим, вы спрашивали, они это осознанно делали, неосознанно делали. Все эти действия этого второго халифа говорят о том, что он делал это осознанно. Потому что это было единственное средство назвать его таковым, сказать, что посланник Аллаха бредит, это было единственным средством избежать письменного замещения. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прекрасно понимал, что оставь он завещание, это завещание никакой ценности не иметь не будет. Потому что эти люди докажут, что он бредил, и скажут, что это было написано в бреду и никакой ценности не имеет. Поэтому и не стал писать. Поэтому сказал, что покиньте. Аббас, дядя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он плакал. Он говорил, что разия та куля разия, что это бедствие, это все бедствие, которое могло случиться. Он плакал, когда вспоминал об этом событии. Бедствием четверга назвали это событие. Да, потому что это произошло в четверг, да. Названо бедствием четверга. Бедствие. Плакал и говорил, что разия, куля разия. И сегодня люди, которые так легко судят об этом событии, с такой с легкой руки говорят, что Умар, то есть второй халиф, был прав, то есть хотя бы доля того понимания, доля самосознания, которое было у Аббаса, и который плакал, называл этот день бедствием, неужели мы это даже, то есть насколько это далеко понимание, осознание Аббаса, сподвижника, и то толкование этому событию, которое даем мы, легко говорим, он прав был, правильно сделал, так и нужно было, еще что-то там выдумываем, всякие глупости, говорим, что второй халиф знал религию Аллаха лучше, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Каким образом? Они говорят, что второй халиф поступил правильно. Почему он поступил правильно? Да потому что религия была завершена. До этого Бог сказал: «Аль-йома акмальту лякум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радитту лякум аль-ислама дина».
Религия была завершена. Ты зачем больше? Да что-то еще. А что, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, этого не знал? То есть они тоже говорят, что пророк бредил на самом деле. Mm-hmm. Тоже утверждают, науду биллах. То же самое утверждают и сегодня. То есть видим, что они таким образом загородили путь. Это как раз таки смысл шайтан. То есть когда мы говорим шайтан, кто такой шайтан? Шайтан, мы не, это не какое-то мифическое животное или какое-то мифическое существо. Шайтан – это любой, кто переграждает путь людям к истине. Если ты видишь человека, который сел, вот прямо сел на пути к другим людям и переградил путь другим людям к истине, к пониманию истины, это, согласно исламскому учению, кораническому учению, это шайтан. Это есть шайтан, потому что шайтан шайатин аль-инси валь-джин. Шайтан бывает как из числа людей, так и из числа джиннов. Шайтан это не просто какой-то там мифическое, персонаж. Какой-то мифический персонаж, какой-то мифический. Это любой человек, который переграждает. И они переградили. Преградили здесь путь к истине, к тому, чтобы мы имели это письменное свидетельство, которое помогло бы нам не заблудиться, не разделиться на эти множество течений и множество толкований и понимания священного Корана. Это письмо мешало их планам, которые они замыслили. Конечно, они мыслили другое, они надеялись на то, что они ждали, это была их надежда. Они говорили, он уже стар, он все-таки в конце концов уйдет из жизни. И тогда кто будет поддерживать эту религию? Кто будет... Они же не знали об Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, так, как мы знаем. Они о нем так не знали, поверьте мне. Да, они жили рядом с ним. Мы не видели его лично. Почему? Потому что, когда же был жив его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, вел себя совершенно иначе. Вот есть, например, предание, чтобы было понятно, да, о чем идет речь. Есть предание, когда его светлость хотел жениться на одной девушке, и девушки сказали об этом, девушка сказала, я хочу его увидеть. И так случилось, что к несчастью этой девушки случилось так, что Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, показали ей, когда он молился, находился во время молитвы. Это было несчастьем для этой девушки, потому что Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, во время молитвы выглядел как самый слабый из людей, которые вообще живут на этой земле. Он так выглядел. Это было то состояние, в котором он находился во время молитвы. Она, когда его увидела, сказала, нет, я не хочу за него выходить замуж. А потом, когда вне молитвы увидела случайно его, она изменила свое мнение, когда потом увидела. То есть это то состояние, то изменение состояния, которое обретал его светлость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, во время молитвы перед Богом. И нечто подобное происходило с ним перед его светлостью посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Во время жизни его светлости думали, что Али бин Аби Талиб не умеет говорить. Хотя был одним из крестных самых А сейчас он известен как краснолечивейший из арабов. Наджуль Балага разбирается не только мусульманами, да, но и христианами. Они пишут как чудо арабской речи, как достояние арабской речи, Наджуль Балага, речи его светлости, сборник речи его светлости Али бин Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям. И люди, жившие все время, они в то время, они таким образом, они знали, да, у него есть сила, он может сражаться и так далее, потому что на поле битв он показывал себя. Известен был, да. Ну а как, чтобы он как руководитель, как лидер, как оратор, тем более, никто не знал его как оратора, потому что его святость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, не позволял себе красноречия в присутствии его святости посланника Аллаха. Как позволял второй халиф? Второй халиф возражал, второй халиф говорил, бредит, второй халиф говорил, разве ты не посланник Аллаха? Все, что бы ему приходило в голову, говорил. Но Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, был не таковым. И поэтому они испытывали надежду. Они говорили, что... А когда увидели, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, поручает дело ему, они поняли, что это божественное руководство, это божественный руководитель, что он все изменит, он все перевернет против них, что они смогут достичь своих целей. И всячески его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, последний день своей жизни всячески пытался помешать их плану, а они всячески пытались достичь своих целей. И здесь это всего лишь один из эпизодов. И множество мы эпизодов обнаружим и после смерти его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Второй халиф говорит, что я не верю, что он умер.
Я не верю, он не может умереть, он не верит. Все ему показывают тело его, святость посланника Аллаха, он не верит. Ему приводят, ему с ним общаются, говорят, он шумит, он кричит, он поднимает шумиху, он поднимает панику. Для чего это в Медине? Это не современные крупные города, то есть это город того времени, он город, но все-таки это город того времени. Все их вдруг узнали, да. Да, он поднимает шум, он, чтобы что? Чтобы оттянуть время. Но неужели кто-то из современных мусульман на самом деле верит, что он не поверил в то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, умер? А когда он начал верить, согласно преданиям, достовернейшим преданиям, когда пришел на место, то есть в город зашел Абу Бакр? Потому что так получилось, что в этот момент не было первого халифа в городе. А когда пришел он, и якобы он убедил его, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, умер. Ну, скажем, что это растолковывается так, что он, второй халиф сильно переживал, поэтому он так себя вел. Да, а когда пришел Абу Бакр, он поверил. То есть ему показывают тело его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Он не верит, а когда приходит Абу Бакр, первый халиф, говорит, что он умер, и приводит аят священного Корана, в котором говорится, что если он умрет, если умрет посланник Аллаха. Он говорит, да, теперь я поверил. Это случайность, это нисколько не случайность. То есть сам себе не верит, а Абу Бакр верит. Конечно, своим глазам не верит, а дело было в том, что он не хотел, чтобы люди занялись телом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, закончили омовение, хоронение его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, все эти процессы, и взялись за решение вопроса о дальнейшем руководстве над мусульманской общиной. Он хотел убедиться в том, что в этот момент будет в городе находиться Абу Бакр. А потом пришел Абу Бакр, он успокоился, сказал, что да. То есть настолько все запланировано. Абу Бакр, может, и не знал, может, и знал об этом, обо всем этом. То есть у него была такая, он играл такую роль. Ему нужно было выдвинуть на первый план Абу Бакра, первого халифа. Что и он сделал на самом деле. И в дальнейшем мы исторически все это наблюдаем. Он увидел, он поступил именно таким образом, выдвинул его на первый план. И так получилось, что он был выбран через тот выбор в Сакифе, ну и все то, что дальше происходило, что они отняли имущество Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалям, он, в общем-то, оказался под давлением, под огромным давлением, в общем-то, был связан по рукам и ногам, ничего не мог делать. То есть они парализовали истинного руководителя мусульман. И таким образом пытались потушить свет Бога, как сказано в Священном Коране. Я говорю, время наше подходит к концу, если можно вот данную тему. Да, и здесь мы обнаруживаем, я приведу всего лишь один аят, и так как время закончилось. Ну, разъясни, тогда ставим на следующую передачу. Да-да. Здесь об этих событиях, об этих действиях этих людей, первого халифа, второго халифа, о том, что здесь происходило, о событиях, которые происходили, об этих действиях, которые они совершали, сказано в этой же суре, суре «Свет», но уже чуть позже, в 39 и в 40 аятах. Но мы затронем, я думаю, уже более подробно, потому что не успеем уже, затронем. С позволения Бога на следующую встречу. Спасибо большое, Шейх Куран, что сегодня на студию разъяснять такую важную тему. Мы ждем вас снова на следующих передачах. Спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу рахматуллах и баракату. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. На этом мы вынуждены с вами попрощаться. Я думаю, что эта передача принесла много пользы для вас. И на следующих передачах мы продолжим данную тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.